Говорят, у кошки 9 жизней. И возможно, так оно и есть. Этот случай произошел в Австралии. На кошку напал ромбический питон, или как его называют в Австралии, ковровый. Эти страшные события, в первую очередь для кошки, попали на камеру видеонаблюдения. Несчастная кошка, ничего не подозревая, отдыхала на лужайке. Она даже не заметила, как очень тихо к ней подползает питон. Хозяйка пытается сказать это кошке, но та не понимает и удивленно смотрит на хозяйку. И девушка пытается просто напугать кошку, чтобы та убежала. Но питон все-таки успевает вцепиться в животное. Питон оказался в доме, где был еще и ребенок. Но змея понимает, что оказалась не в своей среде обитания и выползает из дома. Женщина боится, она стоит в стороне. Питон начинает уползать. В итоге вызвали специалиста по змеям, который поймал этого питона и выпустил его на волю. Подальше от людей. But yeah, they did the right thing. They were able to safely get the snake off the cat. Essentially get the coils off the cat. And then the snake ended up trying to sleep it off. So, off you go, buddy. No more grabbing pets, please. В итоге никто не пострадал. Кошка в том числе. Переходим к следующему видео. Этот случай произошел в Индии, в городе Бангалор. Это крупный город и административный центр на юге Индии, расположенный на плоскогорье Дикан в юго-восточной части штата Карнатака. У местных довольно часто бывают всякие карнавалы и праздники. Также на свои праздники они строят огромные башни, ставят их на платформу и возят с собой. И вот один из таких праздников чуть не закончился трагедией. Был уже разгар праздника, и везут башню почти 37 метров высотой. Как вдруг один человек заметил, что башня начала крениться. Он включает камеру и начинает снимать. Вскоре остальные люди начинают замечать, что с башней что-то не так. Они начинают кричать и сигнализировать, чтобы башню начали срочно выпрямлять. Но становится уже слишком поздно. Башня дала критический крен. Люди начали понимать, что надо бежать. И башня падает немного правее от дороги. Слава богу, никто не пострадал. Упади немного левее, то было бы много жертв. Слава богу, все обошлось. Идем дальше. Переходим к следующему видео. И следующий ужасающий инцидент произошел в городе Атертон, Великобритания. Запись происходит с наружной камерой видеонаблюдения. Казалось бы, обычный день. Все идет своим чередом. Маленькая девочка катается перед домом на велосипеде. Но обратите внимание, перед домом на улице стоит кран, и он поднимает огромный контейнер. Ничто не предвещало беды. Но вдруг стрела крана начинает крениться. Это замечает даже девочка и останавливается и начинает смотреть. Медленно, но верно, контейнер приближается к ребенку. Отец девочки заметил угрозу и начал кричать девочке, чтобы та забежала в дом, и сделала это очень быстро. Слава богу, девочка слушается папу и убегает. И сразу после этого контейнер обрушился именно на то место, где играла девочка. Мама девочки пытается успокоить отца. Она кричит ему, что все в порядке, все живы. Девочка немного испугалась, но с ней все хорошо.
Если бы не бдительность отца, который вовремя заметил опасность и не скомандовал убегать, то, возможно, этот день закончился бы трагедией. Но, слава богу, все обошлось. Переходим к следующему сюжету. С компанией Boeing в последнее время происходит что-то странное. Их самолеты буквально разваливаются на части. В минувшее воскресенье Boeing 737 компании Southwest Airlines совершал рейс из Денвера в Хьюстон, США. Как один из пассажиров заметил, что один из двигателей находится в аварийном состоянии, он сразу достал телефон и начал снимать. Металлическая крышка двигателя оторвалась и начала болтаться на ветру, как листок бумаги. И вскоре эту деталь самолета и вовсе оторвало. Экипаж самолета вовремя заметил поломку и вернулся в аэропорт Денвера. Самолет благополучно приземлился. Никто не пострадал. Идем дальше. На следующем видео на камеру видеонаблюдения попало возгорание аккумулятора электрического велосипеда. Это произошло в прошлом месяце на лондонском вокзале Саттон. Люди сидели и ждали своего поезда. Один из ожидающих был на электрическом велосипеде и поставил его рядом с собой. Как внезапно аккумулятор начал дымить, а потом загорелся. Почти сразу происходит взрыв с огромным выбросом пламени. Люди, которые ожидали своего поезда, успели отбежать в безопасное место. Никто не пострадал, кроме самого велосипеда. Дело в том, что литий крайне агрессивно реагирует на кислород, и при контакте с кислородом происходит бурная реакция. Поэтому будьте очень внимательны с аккумуляторными батареями. Даже при незначительном повреждении внешней оболочки они могут взорваться. Будьте крайне осторожны. И в завершении этого выпуска в городе Грантсвилл, штат Юта, США, произошел довольно курьезный случай. От жителей города поступил вызов, что по улицам бегает настоящая свинья, на что откликнулся этот отважный офицер полиции. И, конечно же, он производит мастерское задержание нарушителя. Жители города довольны. Офицер доволен. Свинья нет. Вот такие моменты произошли совсем недавно. Если видео понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. А также не забудьте оставить свой очень важный комментарий. Буду держать в курсе. Удачи вам, любви и терпения. Все. Пока. Пока.